Hello, hello, my dear friends. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Сегодня вашему вниманию хочу представить Job Interview Preparation Course. Курс подготовки к интервью по поводу трудоустройства. Перед вами поистине уникальный блиц, да-да, именно короткий курс английского языка для того, чтобы подготовить вас к любому трудоустройству, точнее, к любому собеседованию по трудоустройству на английском языке. На сегодняшний день я знаю, что ребята и в России проходят собеседования в международной компании на английском языке. Даже некоторые наши компании проводят собеседования на английском языке. Ну, я уже не говорю про Америку, Канаду, Израиль, Англию и так далее. Что уникального может быть в таком маленьком курсе? Всего лишь 18 уроков. Ну, я вернусь к количеству уроков, мы об этом еще поговорим. А уникально то, что если вы решите подготовиться к нему самостоятельно, к этому самому собеседованию, то вам придется как минимум прочесть несколько книг по HR, да, по отделу работы с персоналом. Вам придется как минимум прочесть несколько книг корпоративной психологии. Ну и плюс, конечно же, не одну книгу придется покрыть по грамматике, по английскому языку. Для того, чтобы не только грамотно составить ваше резюме, а это очень сложная задача, мы знаем, что очень многие привлекают третьих лиц для того, чтобы для них написали эти резюме. У вас по выходу из курса будет проверено, составлено суперграмотное CV, которое вы можете предъявлять, не стыдясь, абсолютно везде. И помимо прочего, да, мы должны проговорить все ваши аспекты анкетные, то есть где вы учились, родились, чего там, какой у вас послужной список. Это минимум того, что мы затронем, потому что максимум заключается именно в отбивании вот этого пинг-понга психологических вопросов к вам на интервью. А сегодня мы знаем, что эти вопросы становятся все более витиеватыми. Ну, например, очень часто задается в Америке, в американских компаниях, практически везде, задается такой забавный вопрос. С кем бы вы предпочли побороться? С сотней лошадей размером с утку? Я специально медленно, чтобы вы уловили ход мысли. Или с одной уткой размером с лошадь? Да-да. Или, допустим, такие вопросы, как: если бы вы могли стать динозавром, то каким динозавром вы бы были? И на данном этапе вам может показаться, что это абсолютный абсурд, но это абсолютная истина. Это те вопросы, которые мне приносят с разных собеседований мои студенты. Попробуйте подумать, какое ваше качество, какое может быть ваше психологическое состояние, настроение или способность, да, профессиональную, ментальную и так далее, пытается узнать работодатель ваш потенциальный, задавая вам вот именно такой вопрос. Если вы догадались, можете попытаться ответить это в комментариях, оставьте ваши варианты, и я обязательно вернусь и скажу, верны они или нет. Но правду вы узнаете только на этом курсе. Разбирать мы это будем именно там. Таких вопросов очень много. Иногда они спрашивают, как вы расслабляетесь, как вы снимаете стресс, да? И это, поверьте мне, очень глубоко психологические вопросы. И понятно, что они совсем-совсем не запрашивают конкретно то, чем вы занимаетесь, когда у вас стресс, да? То есть там глубинные вопросы, которые хотят вытащить из вас ваш тип личности. Будет ли легко вами управлять, или приживетесь ли вы на данной, там, допустим, должности, или вольетесь ли вы в команду, в коллектив и так далее. Итак, ближе к курсу, что мы получаем по этому курсу? 18 уроков. Это означает, что это 18 тем. Не путать с количеством аудиторных, что называется, часов, которые вы можете получить. Все зависит от вашего уровня. Если ваш уровень выше pre-intermediate и выше, то, конечно, мы не будем отвлекаться на языковые вещи, то есть мы не будем отвлекаться на грамматику, почему здесь так, а почему здесь вот так строится предложение. Мы будем больше прорабатывать конкретно ваши данные личные, как вам их презентовать, как вам лучше себя подать, как вам лучше себя продать. А это действительно то, чем мы занимаемся, когда мы идем на интервью по собеседованию. И, конечно же, мы будем на эти вопросы отвечать, тренироваться, исходя из вашего опыта. То есть вы мне будете давать свои ответы, а я буду вам говорить, насколько это верно или нет. Также у нас будут медийные файлы. Мы будем смотреть с вами видео с вариантами хорошего и плохого ответа на заданный вопрос. Разберем эти ответы, конечно же, психологически и профессионально, насколько они выгодные, проигрышные, и применим это, опять же, приложим, да, в вашу сферу деятельности. Причем я упускаю этот момент, но вы должны понимать, что все на английском языке, да? То есть ваши ответы должны поступать на английском языке. Домашние задания, которые я вам буду давать, вы будете тоже подготавливать на английском языке. И мы будем их обсуждать и как с точки зрения релевантности, да, правильности и, там, не знаю, подходящести, если можно так выразиться, по всем параметрам.
параметрам, по грамматике, по языку, по психологии, да, так, чтобы вы были в выигрышном свете, и, конечно же, по бизнес-психологии, то есть насколько вы ценная, да, единица боевая в каком-то коллективе, в который вы стараетесь попасть. Еще раз, 18 тем, сколько вам потребуется уроков покрыть эти 18 тем, рассчитывайте на себя, это ваш ритм, это ваше познание, это ваше время. Вы можете брать 2 урока в неделю, тогда явно курс будет очень короткий. 30 уроков никому никогда не понадобилось, да? Максимальное количество – это 25 часов, которые брали люди в подготовке к этому курсу. Естественно, чем более вы, да, подготовлены, то человечек, конечно же, вы закроете эти темы быстрее. Уроки индивидуальные, начать можно когда угодно. Этот курс не привязан ни к какой группе, ни к какой дате начала. Пишите свое письмо, да, хотите пройти этот курс, пишем письмо, связываемся и прямо непосредственно начинаем. Пробный урок, я думаю, будет совершенно лишним, потому что мы здесь абсолютно четко в этом видео все проговорили. Когда мы решаем заниматься, мы созваниваемся в скайпе в условленное время. Ваш урок будет длиться 60 минут. Мы начинаем прямо-таки с первой темы и продолжаем. Еще раз, по курсу мы обсудим, как абсолютно простые вопросы, да, которые попадаются на любом собеседовании, абсолютно 100% и в наших компаниях, и в зарубежных компаниях. Я научу психологии, собственно, введения, да, вот в процесс собеседования по трудоустройству, чего они хотят от вас слышать. Научимся этим самым угодным ответом, выгодным ответом, да, и опять же, все в применении в вашей сфере труда. Дальше мы каждый урок будем разговаривать, прорабатывать ваши материалы. Это будет длиться 60 минут. Будем смотреть наши видео, разбирать хорошие и плохие ответы. И вашим домашним заданием всегда будет написать подобный же ответ на подобный вопрос про себя. Не забывайте, что я еще и психолог по образованию, поэтому мы, конечно же, психологически будем выверять все то, что необходимо сказать, да, все то, что должно быть выпуклым в вашей рельефной жизни профессиональной. И, соответственно, все то, что должно быть впуклым, мы тоже, в общем-то, постараемся нивелировать, убрать, сократить, припрятать так, чтобы вы все-таки шли абсолютно идеальным, да, кристально там чистеньким для своего работодателя. В общем, курс очень интересный, всех приглашаю, он очень недолгий, он достаточно блиц, но он очень мощный со всех трех аспектов. И с точки зрения управления кадрами, и с точки зрения языка, и с точки зрения психологии. По выходу, еще раз, вы будете иметь четкое понимание, как отвечать на английском языке на любые вопросы, которые вам задает работодатель, на самые странные тоже. И, конечно же, мы проговорим это все с точки зрения грамотности, построения фраз. Вы это отрепетируете, и значит, будете подготовлены сделать это качественно, когда уже придет время. Информация о курсе будет на слайде. Читайте, связывайтесь, жду вас на уроке.